Мой, друзья, иду по второму разу здесь. Ходила в банк. Из банка теперь иду. Вот. Сейчас пойду на Валберис. Зайду в парк. Посмотрю, как парк там. Покажу вам. Сниму. Память есть в телефоне. Вот, смотрите, липа зацветает, да? Будет цвести. О, какой запах от нее. Она еще вот пока не расцвела. Вот, видите, еще пока в этих бутончиках. Вот, друзья, я зашла в парк. Такой у нас парк. Вот такой. Там вдали лавочки. Я раньше, когда устану, устаешь, сумки тащишь. И... И, в общем, ой, ребятки играют в войну. Вот, и устанешь, и здесь вот посижу. Вот такой парк у нас. Фонтан. Видите, лавочки, кругом лавочки. Вот. Ой, войну, наверное, играют ребятишки. Ой, так хочется посидеть, а у меня времени нет. Мне нужно зайти на Валберис. У меня остается час до автобуса. Ой, друзья, как охота залезть в такую жару. Но у нас, смотрите, солнце скрылось за тучкой вон. И в такую жару хочется залезть и искупаться, освежиться под фонтанчиком. Как здорово. Я вам посылаю прохладу, друзья. Принимайте, ловите. Вот. Ой, сколько лавочек, молодцы. Вот, это у нас сцена здесь. Концерты бывают. Здесь раньше была дискотеки проводили. Площадка была для танцев. Я ни разу здесь не была. На танцах. Вот. И... Приеду когда-нибудь здесь. Надо ехать в прохладный день. А у нас тут каждый день стоят жатва. Ой, раньше изгородь здесь была. А, здесь карусельки были, их сейчас нет. Каруселей-то нет, убрали. И лодочки были. Лодочки там, наверное. Сейчас вот я сниму вам, как ребята здесь катаются. Ну-ка. Ну-ка, ребята, давайте покатайтесь. Не стесняйтесь. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, красным. Красным. Оба. Во как, во как. О, молодцы. О, молодцы. Вот здесь скейт-парк. Вот молодцы. Так, пойдемте дальше. Времени нет совсем. Так, вот. Ой, какие приспособления, каких приспособлений только нет. И лесенка, и вот такая лазить. Вот.
Я сумку еще вот себе набрала. Набрала. И хлебцы взяла, и пачку сахара. 2 километра с остановки потащу. В жару. Ну хорошо, хоть не на бугор, а под бугор пойду. Ой, вы посмотрите, какие хорошие здесь качельки. Ой, вообще. Ребятишкам приехать с села, здесь поиграться. У нас, сказали, тоже будут ставить около ДК. Не знаю, посмотрим. Так. Такая здесь. Маленькие тут, наверное, съезжают. Да, здесь могут и до 10 лет лазить. Ой, ну как здорово. Сейчас бы внука я своего покатала здесь. Я его раньше на каких только не катала. Во двор выйдешь в Москве. Там уже давно такие были. И катаешь его. То на качельках, то туда лезь. Давай, я тебя подержу. Давай, катайся, катайся. Скатывайся. Вот. Надо уменьшить экран. Вот. Ой, здесь вот и песочек. Смотрите, как хорошо. Песочек. А что в селе вот снимать? Ну что? Пойду искать корову где-нибудь вам снять. Или поле с травой. Но это кто каждый день не видит это? Травку эту. Ой. Смотрела недавно блогер, она шла и говорит, как хорошо, говорит, как хорошо. Да, я не это, согласна с ней. Хорошо, конечно. Но все-таки в городе или вот поселок городского типа, как у нас, много есть что снять. Вот, видите, люди за домом. Я тоже хотела ирисы за домом посадить. А пахнут они, нет ли? Понюхать. Ой, куда-то у меня... А, кстати, вот такие у меня цветочки. Я посадила по осени. Копала. Ой. Не пойму, откуда капнуло, что ли. Ой. А почему так темно-то? Вы видите хоть желтые цветы-то? Вот такие желтенькие цветочки, они у меня принялись. Не замерзли. Ребята, а что так темно-то? Темно? Нет, нормально. Ну, вы, значит, увидите. А, вот хотела еще вот такие, люблю цветочки. Они как вот столетник. Такие вот они, как каланхоя. Вот. Вот такие желтенькие у меня вырастут. Ой, какие они хорошенькие. Хорошенькие. Мне нравится. Вот у меня вылезли они, наверное, 4 кустика, наверное. Вот. Хорошие ворот. Ой, вы представляете, еще машина красного цвета. Еще у нас и магазин. Так, куда мне сюда идти? Направо. Я вам немножко поснимаю. Люди как это, как дикие. Вот. А, кстати, я с вами не поздоровалась. Вы, наверное, видите меня. Ой, у меня лицо все красное. Сытый лось называется. Так. Это я иду. Центр почти здесь. Центр. Где мне тупи один? Вот это мясо здесь продают. Лебедянь молоко. Лимак. Магазин. Вот. И Валберес. Один магазин. В одном магазине все магазины. Вот. Ну и тут дорога. И все остальное. Так, друзья, захожу. Магазинчик. Здесь народ, наверное. Здравствуйте.
Я зашла.